Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял назначенного посла Литовской Республики в Кыргызстане Гинтаутаса Васюлиса по случаю вручения копии верительных грамот. Казакбаев поздравил главу дипломатической миссии Литвы с высоким назначением и выразил надежду на активную работу посла по дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между двумя странами. В ходе встречи затронуты актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на углубление политического диалога, в том числе посредством проведения межмидовских консультаций. Сторонами также была выражена заинтересованность в активизации двустороннего межпарламентского сотрудничества путем обмена визитами между парламентариями. Кроме того, министр выразил заинтересованность кыргызской стороны в сотрудничестве с Литвой в сфере зеленой экономики, туризма, IT-технологий, транспорта и логистики. Вместе с тем посол Васюлис также затронул вопрос о сложившейся ситуации вокруг литовской компании, участвовавшей ранее в тендере на изготовление бланков для электронных паспортов для граждан Кыргызстана нового образца. В рамках работы по привлечению помощи для борьбы с COVID-19 обращена просьба литовской стороне оказать содействие в предоставлении вакцины от коронавирусной инфекции. Стороны также выразили намерение поддерживать взаимные инициативы на различных международных площадках.